Надежда Михайловна на вакейшене во Флориде. Да, своей персоной. Мы приехали вчера, сегодня у нас только первый день. Первый день вот на такой прекрасной земле. Как это Майами. Мы думали, что это такое. А теперь мы сами своими глазами видим. Такие красивые пальмы, такие красивые те растения, которые у нас живут в комнате. А здесь живут вот. Да. Вот это, что плетется у нас по комнате, посмотри, такие большие. Это моя ладонь. И листья такие здоровые. Тоже дерево такое интересное. Корни, видите, поднимаются оттуда вон. Выше человеческого роста. И аж потом переходят в стволы. И пошло. Вот тоже лианы эти плетутся. Эти наши цветы. Видите, какие у них эти. Тоже это у нас на backyard. Вот это огромное все. А температура уже, наверное, где-то около 30, да? Да, уже пар на лбу выступает. И вот мы с мамулей тут покушали завтрак. Да, позавтракали, теперь вот думаем, куда нам рвануть. Да, мы сейчас Давида ждем. Ага, я же покажу. Давидик с Леной должен приехать. И мы тогда собираемся. И Давидик нам покажет, где тут пляжные места хорошие, красивые. Привезет для бабушки зонтик, полупалатку на пляже загорать. Ну, расскажи, мамуля, как ты дорогу перенесла? Ой, просто замечательно. Ехали, спали, отдыхали, разговаривали, любовались природой. Да. Отдыхали, часто останавливали, кушали. Конечно, свои неудобства были, машина чуть не накрылась медным тазом. Ну, да. Меняли масло на BMW и плохо крышку закрутили. И все масло вылилось под капот. Хорошо, мы были на заправке, купили другого масла, залили и дальше поехали. Да. Слава Богу, нас не остановили. Это... Да, у мамули... Кто хотел нас остановить? Господь нам помог, и мы дальше двинули с радостью. И вот мы на месте. Да. Сегодня наш такой официальный такой... Второй день получается. Первый день мы там по магазинам ездили, закупались. Да, и сюда 3 часа дня. Да. Ну, съездили на разведку, океан посмотрели, сырый магазин съездили и обратно до дома. Сейчас, наверное, пойду внутрь, покажу немножко, да, этот сарай, где мы живем. Это где мы живем, холодильничек маленький, кухня, мы тут немного готовили, а да, у нас тут аркондишн, чтобы, это наш дождь что-то будет. Ну и тут с двух сторон спальни, тут а мама остановилась, а другая такая же, мы остановились, комната. Ну, на пока все, да? Будем дальше адаптироваться, отдыхать. Ждите свежих новостей. Да.